И всем привет! Сегодня сделаем с вами кроватку. Давайте приступим. Возьмем квадратный лист бумаги. Нам его необходимо сложить на три части. После этого раскроем лист. Мы его сложили с вами на три равные части. Поворачиваем его боком и загинаем нижнюю часть нашей получившейся линии. И затем здесь точно так же верхнюю часть получившейся линии. Переворачиваем лист и загибаем по вот этим вот линиям. Поворачиваем его на бок и здесь теперь загнем с вами треугольники. С одной стороны и с другой стороны. После этого откроем по линии изгиба наш треугольник и повернем вверх. То же самое здесь. Раскрываем треугольник . Смотрите, теперь складываем к центру и вниз вот так. Затем поворачиваем и выполняем то же самое. Загнем треугольник с одной стороны и с другой стороны. Раскрываем его. И теперь поднимем спинку вверх, выровняем ножки и кроватка готова. Такая кроватка получилась.